Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим быстрое и довольно-таки вкусное блюдо. Нам потребуется кускус в такой вот коробочке. Варить его на 12 минут. Листья рукколы, немного лимонного сока, авокадо, помидоры черри, обязательно кориандр, кинза и оливковое масло. Берем где-то, примерно на 2 порции. Я беру вот неполный стакан крупы, высыпаю ее в ковшик, заливаю кипятком и где-то, наверное, минут на 12 ставлю на огонь. Сейчас все подготовим, все овощи перемоем и нарежем. Вот я все помыла, зелень готова, помидоры помыты, авокадо разрезаю пополам и вот так вот ложкой вынимаю. Если оно спелое, оно вынимается моментально. И режем на кусочки, на кубики я режу. Мне кажется, это самый оптимальный вариант. Половинки авокадо будет достаточно. Если хотите, можете положить все, но я обойдусь половинкой. Помидоры черри я разрезаю, тоже буду разрезать на половинки. И сразу готовлю заправку. Заправку я делаю следующим образом. Лимонный сок. Не очень много, будет достаточно такого кусочка. Оливковое масло. Наверное, где-то я сделаю 1,5 ложки оливкового. И у меня еще есть масло ореховое, грецкого ореха. Я сделаю, смешаю его, потому что оливковое немного горчит, немножко будет такой вкус более мягкий. Сюда я добавляю соль. Так, хорошо. Обязательно перец горошком. Свежемолотый перец. Сейчас все это размешиваю. Берем миску, такую салатницу, нарезанные авокадо кубиками, кусочками. Режу помидорки пополам. Она вкусная, полезная и в то же время сытное блюдо. Готовится буквально там за полчаса, вы можете приготовить. Даже минут за 15, если у вас будет готовое. Кинзу я нарежу, чтобы больше аромата вышло. А рукколу я просто вот положу так, как есть. Вот сварилась наша крупа. Я добавляю ее к листьям. Мягкий, приятный вкус, немного ореховая нотка. Ну и, конечно, масло. Вот это все мой соус, который я приготовила. И вот так начинаем размешивать вместе. И получается такой, он и салат горячий, но в то же время и как горячее блюдо его можно подавать. Можно подавать как холодное. Как вам нравится? Гарнир к мясу. Надеюсь, вам понравилось. Приятного аппетита!